Лес. Конь Борис играет с пони. Выбирает всадник лошадь. Выбрал всадник лошадь Жужу. Сел на Жужу и поехал. Едет всадник, едет, едет. Ну давай уже быстрей. Вот видит Жужа большую лужу. Прыг прям в лужу лошадь Жужа. Конь Борис хохочет сзади. Вот бежит от лужи Жужа. Бежит, 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 а всадник весь в грязи сидит. Вот паненок играть устал. Побежал прям на дорогу. Вот Жужа прям под ногу. Жужа прыгает через паненка. Паненок дальше себе бежит. Бежит, 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 бежит. И лужу побольше он находит. Бежит, 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 бежит. А Жужа там на месте стоит. Вот говорит он ей: беги, там лужа побольше, посмотри. Бегут, 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 и в лужу прыгают. Там хохочет Барбарис, бежит он тоже в лужу. После лужи все ушли. Жужа побежала дальше. Бежит Жужа куда подальше. Вот конюшню видит Жужа. Ест цветы, а потом и дальше. Ест Жужа цветы, ест. Они очень дорогие. И всаднику пришлось заплатить за них. Едут, едут, едут дальше. Вот уже почти обед. Едет Жужа, едет Жужа. Бежит Жужа, а на пути лужа. Ну все, думает всадник, сейчас я буду в луже. Бежит Жужа, брыкается, 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 и всадник улетается. И вдруг он прилетается прям в лужу. Бежит, бежит Жужа подальше, а всадника в луже оставила Жужа. И вот истории конец настал.